Рецепт недели на этот раз – сладкий фруктовый десерт – яблоки с шоколадом. Возьмите яблоко, желательно кислое. Разрежьте на две половинки, ложкой удалите часть мякоти. Влейте туда растопленный в микроволновке молочный шоколад. Поставьте в холодильник. Шоколад застыл. Разрежьте яблоко на дольки. Готово! Итак, еще раз. Яблоко, молочный шоколад, микроволновка, холодильник. Приятного аппетита желаем мы и бренд-шеф Евгений Диденко.